В Кармакшинском районе прошел международный турнир по самбо памяти заслуженного тренера Адильбека Серикбаева. В соревнованиях приняли участие казахстанские самбисты, а также спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. Кармакшинская школа самбо имеет большое признание. Есть в этом лепта и Адильбека Серикбаева. Он подготовил немало мастеров спорта, чемпионов страны, континента. Его воспитанники успешно выступают и на мировых первенствах. Адильбек Серикбаев также немало способствовал повышению статуса турнира имени Героя Советского Союза Таимбета Кумекбаева до международного. Адильбек Агай был очень хорошим тренером. Он подготовил столько мастеров спорта международного класса, мастеров и кандидатов спорта. За этим стоит огромный труд. Это была выдающаяся личность. Многому научились у него. Я с 5 класса ходил к нему на тренировки. Мы его ученики, всегда были рядом. Это был замечательный человек и профессионал своего дела. 5 мастеров международного класса, 32 мастера спорта и огромное множество кандидатов по самбо и казахша курес. Не каждый может похвастаться таким послужным списком. За выдающиеся достижения Адильбек Серикбаев был удостоен медали «Ерен еңбегі үшін» – звания почетного работника спорта. Наш брат всю свою жизнь посвятил спорту. Для него его работа всегда была на первом месте. Воспитал немало учеников, которые продолжают его дело. Турнир памяти наставника проводится в 4-й раз. В нем приняли участие 110 спортсменов. Около 34 года. Мы занимаемся по самбо. Просто мне нравится самбо. Безопаснее, чем бокс. Я уроженец Кармакшинского района. Самбо занимаюсь уже 7 лет. Мои тренеры – ученики Адильбека Серикбаева. По итогам турнира были определены сильнейшие в 5 весовых категориях. Призеры награждены ценными призами. Лимар Игебаева, Гуляя Шекова, Санжар Мансур, Дархан Туксид, телеканал Кызылорда.